Стоп. А как все начиналось? Я еще не разобрался в управлении, как это все делать. А я не могу крутить, посмотреть, что да как у тебя там? Ладно, фиг знает. Фиг с ним. Нет, колесиком можно. А как тебе такое? Ну, против него он пойдет тоже. Это моя тактика. Так, меняю тактику, подожди. Ну, надо сдалека двоих убивать, а что-то как-то... А что за Санту ты поставил? Какого Санту? Под хоботом стоит который. Я не знаю. Что за маг? Ладно, фиг с ним. Вроде у меня нифиговый такой отряд получается. Ты чего себе? Ты кого там на деревья расставил, блядь? Это снайпера. Снайпера прям с ружьями? Да. Откуда у них ружья? Ладно, меняем стратегию. Все, давай играть. Так, а как-то персонажа взять можно? Можно как-то. Мне бы какого-то спилка. Да мне бы тоже. Элефант. Элефант? Да, элефант. Он всех убил. Реально? Вообще всех убил. Нормально, я тут издалека просто смотрю на это дерьмо. Как он разносит вас. Вы тут бешеный пес в натуре. Все потому, что мы голубые, мы всегда выигрываем. Ой, я взял персонажа. Ты проиграл. Я помню одного персонажа здесь, но я не помню, где он. Походу, его здесь нет. Есть. Все, я готов. Кто это? Ты что, все что ли? У меня больше денег нет. Блин. Какие-то тачки расставил. Это BMW и Mercedes. Че? Вот этот вот самый бешеный тип впереди у меня стоит. Меня сзади пугает. Че, готов? Давай. Так, ой, взял. Отлично, бежим. Мой персонаж все оружие потерял. У меня тачка давит. Меня тачка давит. С африканцем. Я сейчас помогу ему. Зевс, капец, он косой, блядь. Ай, ты меня убил. Реально? Я попал? Случайно вообще, абсолютно. Ну ничего, мы сейчас всех разнесем. Остался один жнец какой-то у тебя. На. А вот и взял. Это что за Зевсы? Это Зевс, это мощь. Посваливаем. Что там происходит? Валим, хп нет. Я тоже постою, посмотрю. Что там такое? Что это у тебя за жесть? А куда ты убегаешь? Это ты? Где? Нет, это не я. Где ты? А ты? Блин, вот это ты или не ты? Нет, это не я. Ты со мной сражаешься. Да он же на меня бычит. Что же мне делать? Оп, на ему подзатыльника отцовского дал, видал? А ты куда? Давай, иди сюда, свинья. Это я свинья? Я промахиваюсь. Я тоже промахиваюсь. Подожди, стой, я хочу тебя ударить. Я тебе рога заточу. На, тебе отцовского леща тупо в челюсть. Зашло. А, я выиграл. Ты выиграл, да. Как же это странно все. А почему? Куда он стреляет? Как стрелять-то? Куда ты стреляешь? Что я? Блин, ну в натуре косой, давай сократим дистанцию. Я взорвался. Шо ты? За мать. Он тебя тоже кричит? Да, и за деда. Мне кажется, я не попал. Иди сюда. Я промазал. На, твои. На, увидал? Обезглавлен. По-самурайски какие-то слова есть? Да, есть, конечно. Ямутэ кудасай. Я не знаю, кто я. Меня сразу же запалили, я первый был в очереди. Ты чё, охерел, что ли? Они все полегли, братья мои. На тебе. Сейчас вас все кости переломаю. Вы еще деретесь, что ли? Я чё, проиграл? Да. Да. Вот, слепой режим есть. Правила игры. О, принять. Теперь мы не видим, кого мы берем. Я такую сейчас тактику сделаю. Я просто наугад все делаю. Ну, вроде бы, в принципе, что-то да я и смогу тебе сделать. Я тоже. Я готов. Блин, мне интересно, кого ты там взял. Я не знаю, но что-то происходит. У него турбина в жопе. Где ты? Я вообще нигде. Что это? Что это за бубу? Что это было? Я паладин, я вонючий паладин. Ты Аладдин. Признаться честно, я даже обосрался. Я готов. А я еще нет. Ну хотя сейчас буду готов. Все, я готов. Валим, ребята. Фига, вас сейчас закидают камнями просто. Не закидают. На. Так, это ты стопудово. Нет, не убивай. На. Куда ты кинул, дурной?
Ну ты шляпа. Она мне. У меня камня нет, тебе повезло. Последние слова. Никакие! Домой. Никакие. Такое тупое слово из последних. Как можно умереть с таким словом? В атаку. Синовал. Синовал в атаку. Синовал в атаку. Нормально, у нас тут синокос пошел. Вы чё тыкаетесь, ребята? Мы сильнее, мы с палками. Так нельзя. У меня одна палка, а у вас много палок. А где ты? А, вот ты. Нет! На! Вон ты где шатаешься, одна пьяница, Да, это я. Я лучше спрыгну. Я не умру. Отъебись. Как вы близко. Со мной один дебил полетел. Это я. А, да? Вот так вот. Получай, собака. Офигеть. Король? Да, короли имбовые, ребята. Иди сюда. На тебе. Нифига ты меня. Я тебя всадил просто по лбу дал мечом. Тут у чувака копье в голове, он все равно бегает, прикинь. Или это ты? Это ты? Да, это я. Иди сюда. На! Сколько у тебя хп там? Я тебе сколько раз вбубенил? Вы промахивались. Да? Ох, вас много. Не умирайте. Парочку есть. Чё вы в своих стреляете? Прикинь, в жопу себе настреляли каждому. Реально? Мне кажется, тебе хана. Ой-ой-ой. Блин, я не добежал до тебя, прости. Загорелся. Бля, бедолага. Просто толпой повалились вниз. У меня прям вообще максимально все по-простому. У меня тоже. И главное себя поставить вдалеке надо где-то. Все. Блин, я хочу наблюдать за этим. А че вы назад побежали, ребята? А они тупые. Самая тупая игра с тупыми игроками. Так, что-то мы вообще все отступаем. Вам в затылке просто летит. У меня лучники попадали. Подожди, все, началось. Я смотрю за этим. Ох, вас раскидывают. Ну, давайте, попадите. Вас просто в соло чувак раскидал. Ну ты не совсем по-простому сделал, я это вообще бомжей поставил. Ладно, давай я сейчас бомжей выставлю максимально. Я готов. Вот, я готов. Что это такое? А вас всадили. Дракон сдох. И он просто убежал. Не, вас закидают вообще конкретно. Это ты там сзади бежишь? Нет. У тебя пацаны просто гуляют. И такие, ой, блядь, заебись, жизнь вообще прекрасна. Да ну нафиг. Это ты сваливаешь. Сейчас, подожди. Ты видишь меня? А увидеть, ты в курсе, что с высоты можно упасть и умереть? Да? Да. Ну давай. Что ты мне скажешь? Ты что, упал? А что ты упал задом-то? Я думал, я убегу. Это спартанцы, это будут спартанцы. Это явно будут спартанцы. Да знаешь, кто твои спартанцы? Кто? Твои спартанцы-засранцы. Без комментариев. Во. Ой-ой-ой. Пушки вы дебилки, пушки вы тупые. Что это летает? Что за птица? Это самолет? Это да. Подожди, перехват. А, план перехват. На! У меня пушка падает с краю. Да, вижу, смотри, она еще это... Я управляю ей. Это маневры. Нормально, все просрал. Но... Живем. Живем. Меня выиграли. Тебя выиграли? Еще нет, но я живу. Я последний викинг в этой истории. За мной змея какая-то обоссанная ползет. Помогите мне. Опять я тут. Я вижу. Прыгай. Не. Ты что, сражаешься? На щитом, на топором. До свидания. Ты где? Только не в топу. Спускайся, брат, я устал тебя ждать. В смысле ждать тебя? Я тебя внизу ждал. Куда вы, бараны? Куда вы идете? Подождите, куда вы идете, ребята? Я стреляю. Ой-ой-ой. О, нормально вас покосило там. Да, да. Я падаю. А, это да. Ты все сделал, чтобы я упал. На, давай, вот ты какашка. Крыту сюда. Вот ты какашка. Она выжила. Так, не понял. Валим. Промазал. Сейчас я тебя забегу. Ой, там спасать своих надо. Нет. По тебе. Огонь. Нет, я валю. Куда ты валишь? К моим? Да. Сейчас я тебя зацеплю. На. Иду, ждите. Я своего забрал.
На! Тихо. О, за просто имба, просто имба. Это что такое? Не понял. Она стреляет еще попала? Да. Она наискось стоит, она попала. Что такое? Ай. Бэнь. Ты умер? Да, меня прям нормально припечатало. Валяйся. Тактика спасения. А, они еще тележку твою бьют, умудряются, нифига. Ты там писаешь на них или что? Да. Зачем? Тележку развалил. О, это ты? Нет. Мальчик. Шпик. Это не я! Косой. Не попал? Попал. Походу, да. Сейчас за что-нибудь такое. Я лучника возьму. Лассо. Да за что? Лассо. Да какое лассо? Что с тобой? Да он вообще какой-то. Я свою же лошадь прихватил. А, да, так и правильно. Сняли. Что? Ты упал? Лоб разбил об пол. Сейчас стопудово. Отлетят просто все. Ну нормально, посмотрим сейчас. Ой-ой-ой, это что такое? А куда вы полетели? Это ненормальные у тебя лучники какие-то. Это лучники же. Все по договоренности. Нормально у вас договоренности. Нет. Это ты летел в конце? Да, это я. Я наблюдал хорошо за тобой. У меня имба команда собралась. Я вообще полностью в защите. Все отлетели. На балалайке нормально. Не понял! Мамонты падают! Мамонты падают! Мамонт упал. Ой, падай. Молодец. Ну все. Я сейчас вы за смузочкой... А че я упал? А че у меня Барт помер просто так? Стой, давай поговорим. Без разговоров мы не разговариваем. Сейчас, возможно, нежданчик будет небольшой. У меня дефолт. Это дефолт. Наносит ультра много урона и очень часто. Давай. Так, а ты где? Блин, что получается? Нежданчик, да? Все плохо? Вообще все. А как тебе такой нежданчик? А куда мы побежали? Чё, козёл? Ай! Вгасил меня. Да так нечестно. Закидывай. Что? Не понял. Я очень успешно притворяюсь мертвым просто. Это ты. Не это. Стоп, оно. Так. У меня тут много челиков притворяются мертвыми, оказывается. Иди ищи теперь, кто там мертвый, кто живой. Вот он. Нет. О, куда ты пошел, дурень? Ой-ой. Бляха. Просрал. Ты меня не... Чем? Ты же выиграл. Никто не мертвый здесь. Этот пи***к снизу был. Нет, он валялся, я клянусь. Он не вставал. А я не понял, что за дела? Почему 90% зрителей смотрят мои видосы без подписки? Вы чё, нахлебники? А теперь перейди на мой YouTube канал, нажми на кнопочку подписаться и все, и ты молодец. Проблема решена. Все, иди смотреть видео. Приятного просмотра. Oh my god!